Приветствую вас. В первую очередь нужно понимать, что причина, основание, если угодно, для травматичности, именно основание для травматичности заключается в том, что сыну, как развивающемуся человеку, который развивается, нужна мужская фигура. И потребность в мужской фигуре, безусловно, есть. Это нормально, что эта потребность есть. И травматичность этой ситуации в том, что фигура как бы исчезает. Исчезает, и, собственно, человеку очень тяжело, тяжело становится без фигуры. Вот. Поэтому первое, что нужно, это заменить фигуру. Или как бы направлять ребенка потихонечку к тому, чтобы он как-то действовал, опираясь на себя больше сам. Вот. Это один момент. Следующий момент. Многое зависит от психики ребенка. И дети очень хорошо чувствуют, когда им врут, дети очень хорошо чувствуют, когда их обманывают. И я бы не сказал, что тревожность, которая появляется именно из-за ощущения ребенка того, что его обманывают, как-то ну, меньше, что ли, чем горе или боль от осознания, что там с дедом что-то произошло. А, да? Вот. Опять же повторюсь, проблематика здесь основная в том, что ребенку нужна мужская фигура, и эта мужская фигура как бы теряется сейчас. И, соответственно, это болезненно для ребенка. В зависимости от того, какие особенности характера у малыша, в зависимости от того, какой характер у ребенка. Вот. Я бы сказал, что нужно смотреть. Как сказать ему правду? Что именно сказать? И так далее. Очень важно, как вы сами воспринимаете это и как вы сами относитесь к этому. Если вы сами воспринимаете это, ну, образно говоря, плохо, да, то есть, если вы не справляетесь, если вы там чувствуете, что, ну, что, если вы ощущаете, что, ну, образно говоря, не справляетесь, да, вот.
у вас вот есть такое ощущение, да, что вы не справляетесь, что возможно, имеет смысл вам самой для начала поработать именно вот на принятие ситуации, пускай она эта ситуация и непростая, вот, но в силу того, что, например, вашему ребенку, допустим, нужна поддержка, вот, из силу того, что вашему ребенку нужна, вероятно, мама, да, нужен взрослый, который способен эту ситуацию разрешить. Вот. Я думаю, что вы вполне можете. Я думаю, что вы вполне можете подготовить себя, вероятно, к тому, чтобы лучше воспринимать это и передать ребенку возможность лучше отдавать себе какой-то вот отчет о том, что происходит. Я думаю, так можно ответить я думаю, именно так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. То есть поймите, как бы правильных слов, да, идеальных слов нет. То есть нет таких вот слов, которые могли бы помочь вам, к сожалению. Вот. Поэтому тут только выражать свои чувства, да, и демонстрировать поддержку ребенку, потому что он в этом нуждается, как и никто другой сейчас. Ибо сам он по понятным причинам себя поддержать не может. Вот, это то, что я могу вам ответить. Это то, как я могу вам ответить на ваш вопрос. Может быть, еще все образуется. Вот, хотя я понимаю, что вы говорите про прогнозы неутешительные, и в общем и целом, да, понимаю вас. Вот. Я понимаю, что, по всей видимости, он там что-то серьезное, но, повторюсь, иногда бывает так, что идеальным вариантом, вообще вот идеальным вариантом,
является ситуация, когда вы говорите ребенку о том, просто что знаете сейчас. Сейчас вы знаете, что дед пропал без вести. Как бы нет никакой, ну, нет никакой информации о том, что он вот именно пропал но совсем. Такой информации нет. Ну, объективно. Я думаю, вы не будете с этим спорить, что объективно такой информации нет. Вот. И все, что вам нужно, это, может быть, донести это до ребенка своего, как раз. Вот. Но, повторюсь, очень важно, чтобы ребенок начинал опираться на себя в вопросах, ну, вопросах жизненных ситуаций, в вопросах принятия решений и так далее. Это важно. Потому что, к сожалению, с близкими людьми могут происходить нехорошие вещи, неприятные вещи. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего доброго и удачи.